Всем здорово, народ, с вами Алекс Диего, игра Star Wars Jedi, продолжаем проходить. В прошлый раз мы нашли генерала Вуки, он нам сказал, чтобы постичь знания, что постичь Кордову, поднимись на вершину первого дерева. Я такой, что? И такой, вот оно, первое дерево, мы его корней. И будем сейчас подниматься по нему. Плюс ко всему, нам дали маску, мы теперь можем дышать под водой. Также мы узнали о том, что... Блять, тупая игра. Мы узнали, что это тупая игра, блять. Я не мог сейчас спрыгнуть, блять. Почему, сука, я не мог спрыгнуть сейчас, блять? Что мне? Куда ты лезешь, блять? Прыгай оттуда. Мне, блядь, трех пауков не хватало, ну. Куда ты, блядь, нахер игра, везде, ни в одной не видел я игры, чтоб не было этих проблем, блядь, с самым прилипанием к врагам. Бесит, блядь, когда я... Передо мной стоит враг, он куда? Вот на эту муху нацелился. Я вот тут внизу стою, блядь, передо мной муха, он нет, я буду, блядь, куда-то там, через 3-9 земель. 5 колен, блядь, и 8 поворотов целится, хрен пойми во что, тварь. Еще плюс ко всему, у меня нет никакой стамины, но при этом я устаю. И перестаю просто бежать. Из-за чего, почему, хрен его знает. Одна вот эта штука радует меня во всей этой игре, блядь. Чувствую силу. Поколениями вуки совершали паломничество к вершине. Древо направляло их. Вуки. Умри, баран. Вся твоя баранья семья будет вырезана мной. Окей, я вижу ящик. Вот сейчас, почему я не липну к нему? Опять, кроме баранов, тут еще... Что может быть такого ценного в этом ящике, что... Его охраняет, блядь, баран и два паука. Что, блядь? На помощь! Мне вот вообще... Ты пизды, что там лежит, блядь. Станет меня, не хочу с тобой драться. Мне своих проблем хватает. Твоих мне еще не хватало. Мне надо вниз или нет? Так, погоди. Проход поверху, поверху. Вот сюда. Вот отсюда. Как я туда должен попасть? Да. Давайте осмотримся. Как я туда должен попасть? Пробуем залезть сюда. Там посмотрим. Может там есть. Может я что-то упустил. Ай. Как бы ничего такого я не вижу. Вот уже бегут ко мне. А, во, я вижу. Или мне показалось, что я видел Лиану. Что, блядь, происходит? Что? Что произошло? Хрен его знает, блядь. Меня просто зажали. Три паука, блядь, и изнасиловали. Обожаю эту игру. Как же она меня, блядь, бесит. Ну, не в плане геймплея, не в плане сюжета, графики или чего-либо. Вот именно геймплейные моменты того, что он как мешок с говном, блядь, падает на пол, его хрен чем поднимешь. А тебя враг просто мутузит в это время, блядь. Как мешок с песком такой, как это, боксеры набивают там груши. Вот ты такое же груша лежишь, блядь.
Просто бьют все, кому не лень. Да, именно в барана надо было тебе прилипнуть. Душевный мир и покой, блин. Почти. Есть какой-то подъем? Не замечаю. Так, мне надо вон туда. Как туда попасть? Или нет? Или я, может, где-то ошибся? Может быть. Во-первых, я там не вижу никакой лианы, за которую я мог бы зацепиться, чтобы залезть. Тут как бы есть вот... Вот туда я могу на эту штуку попасть. Только... Все, отлично. Барана убили. Шо вон тоже. Теперь я могу осмотреться здесь. Внизу пропасть или вода? Пропасть. Отлично. И что дальше? Я вижу проход сверху. Помоги мне, беди. Помоги мне, беди. Так. Ага, вон, нашел. Вот так вот. Вуки мастера паркура, блин. Уи. Хорошо, хоть этих цветов, которые меня постоянно хотят сожрать, здесь нету. Мы не знаем, опасна она или нет. Вообще. Это она сбила истребитель девятой сестры. Вместе с девятой сестрой. Да хрен с ней, блядь. Надо бы так. Оно нас сожрет. Вроде бы не опасное. Кордоба любил общаться с большими птичками. Что бы это значило, не знаю. У меня приход, видимо. Не долетел, блядь. Давай, вперед! О! Вставай, еще раз! Я все время падаю, учитель! Вот как? Хорошо! Падай опять и поднимайся снова! Только так ты научишься! Не позволяй своему эго и отговоркам встать у тебя на пути! Отпусти то, что боишься утратить, и соберись! Ну? Еще раз! Так, теперь прыгай сюда, ты справишься! У-у-у! Наконец-то я... Надо просто не сдаваться, беди! Наконец-то у меня есть, блядь! У нас всегда есть шанс! Двойной прыжок. Наконец я пришел к тому, что было до истребления. До смерти, мать. Новые навыки доступны. Отлично. Так, что у нас открылось? Значительно.
Очень мне полезно, но чтобы все, блядь, разом ко мне прилетели и меня пиздюлили. Личное решение. Теперь я могу идти к этим. К Датамиру. Датамир, блядь. Да ты иди, блядь, нахуй, тупое говно, блядь. Я даже раскачался прям для этого, чтобы он не долетел до туда. Наконец-то, блядь. Как же сложно это все дается. Ранена. Сможем помочь. Все, отлично. Одна из тварей в текстуры упала, блин. Беги! Текстуры. Меня запулил это бедного. Так, ну там есть ящик, а вон там есть еще кусок силы. Сейчас ходим за куском силы. Это обронил Вуки, когда лез на дерево. Проходил испытание. Вообще, я бы хотел, наверное, суициднуть его прям с обрыва самого высокой части. Залезем на крону самую, и я его суициднул оттуда. Ага. Вот сюда. Что там у тебя? О, свободу Кашику, где? А, вот она, да? Грязный кусок ткани. Чего? А это что? А, ну это то, что на мне одето. Так, хорошо. Так, подожди. О, прикольный цвет. Да. Раскраска, блин, раскрась джедая сам. Вроде бы ничего. А, нет, что-то есть. Да ладно ты, как будто. Что бы там могло быть? Открывай. Эй, Биди, что это? Что там, Биди? Что, новый друг? Ну. Так. Так, куда? Так, так, блин. Новый друг. Насри мне круг. Это все война клонов. Здесь война не заканчивалась. Все, что мы сделали. Что-то имело смысл? Ты, твоя жизнь вообще бессмысленна, если на то пошло. И? Для чего я сюда залез? Так, ну ладно. А, во.
Ебаный Джордж из джунглей. Звуки в игре прям такие же, как в моей шапке. Чувствую силу. Может, это последняя птица Шиио? Не игра. Это не... Серьезно? Реально, да? Понял, все. Я уже забыл об этой фигне. Бежим. Подбрось, Ким, беги. Хорошая работа. Хреновая работа, блин. Щу. Привет, птиц. Да, можем спасти, но нужно быть осторожными. Не хочу ее напугать. Эй, не бойся. Мы не причиним вреда. Мы друзья, понимаешь? Друзья. Не бойся. Это обломок корабля девятой сестры. Вытащим его. Сейчас будет больно. Прости. Спасибо, Биди. Вот и все. О. Не попадай больше в беду. Хорошая птичка. Так, ну мы чё, все, спасатели бедных и бездоленных. Эйс Вентура. Давай. За мной, Биди. Я знал, что ты туда рванешь. А, вот. Есть. Давай-ка посмотрим. Вот что у нас нарисовано на нашем понче. Стоять. Кто там? Иди. Этого древа мне открылся самый прекрасный в мире вид. Чё? Где вид? А, вот тут надо еще пройти. Все отлично. Сейчас мы это сделаем. Предлагаешь нас подвести? Рука империи все-таки еще многого не коснулась.
Из части «Как приручить дракона». Отлично. Офигеть. У него что, озарение пришло? Подавление толпы используется. Офигеть, конечно, да? Синий-зеленый. Чего неинтересного? Фига чего интересного. Вот этот цвет мне нравится. Под цвет нашему беди. Отлично. Двусторонний меч мне по кайфу. Погнали. Что ты ищешь? Его нашел. Астриум. Тысячи лет назад он был у мудрецов Зеффо. Я держу в руках частицу галактической истории. Я никогда не смогу отблагодарить Тарфула достойно. Ты понимаешь, что это значит, мой друг? Не нужно возвращаться на Датамир. Тьма препятствовала всем попыткам добраться до Астриума в гробнице Куджета, однако сила... Сила открыла новый путь! Гробница Куджета. Ну вот мы и выяснили следующий пункт направления. Да, я туда пришел. Да. И туда пошел. Отдохнем немножко. Надо докачаться до 3 очков, чтобы я смог увеличить урон от джедайского меча своего. О, наш пернатый транспорт. Никого не убьешь. Не пойму, с чего вторая сестра решила, что ты чего-то стоишь. Она любит свои игрушки, но... Я не столь сентиментальный, по правде. Жаль тратить время. Покончим с этим скорее. На... Ожогов? А. Чё? Что, сердишься? Тебе не победить! А, нафиг! Толстая тварь, блин. Ха-ха-ха.
На помощь беги! Еще с ним! Да, вообще... Ничтожество! Эй, беги! Да и, блин, нахренело! Неплохо для отброса. А для джедая? А есть разница? Да, теперь мы на равных, да? Классно зашло, правда ведь? О, ловко! Да, и эти вот эти вот... Пикирование в воздухе вслед за героем. Это вот прям законы физики. Сосуд где-то в стороне, блин. Это как я прыгнул в эту сторону, а такой... И вот так вот перелетел влево, только, блядь, не замедляясь прям в воздухе, блядь. Веди сюда! Бросай с ним! Я даже не почувствовала. Да, джедаи уже не те пошли. Я увернулся, блядь! Игра, ты ебаная! У тебя тупой кусок игры, блин! Моделька у меня что, блядь, километровая, что ли? Почему по ней попадают-то постоянно? Бесит меня эта игра. Переключайся. Жопу тебе вспорю, блин. Вот это движение. Он чё пока, блядь, его в две руки не возьмёт, блядь, отбиваться не начнёт. Она что? Давай сюда, беги. Выручай, беги. Сука, тупая, блядь. Я хотел уже в пропасть спрыгнуть, блядь, от этого пиздеца, который тут происходит, блядь. Да, и мне Steam беги, так, блядь, меня замедлили, что, в стазис впал, блядь. Я не бомблю, но горю, я очень сильно горю, блядь. Легко воспоминаемый, прям так. И погорели мы, блядь. Это твой последний бой. Вот сейчас вот что, блядь? Я был в увороте, в ёбаном... Просто. Не оставит.
Сейчас побежит опять на меня. Урод! Не работает, блядь, этот ёбаный урод, да ты... Тупая, блядь, игра. Уже устал? Нужна помощь. Она им, блядь, что управляет еще, скажите мне, блядь? Вот, вот это что, блядь? Сначала птичку. Ее... Нет, все, она никак не работает. Блядь, ее ударили, она такая... Похуй мне такая, и продолжает меня пиздить. Нахуя ты, блядь, игра такая? Скажи мне. Какого хера вообще происходит, блядь? Вот сейчас я нажал блок, блядь, что? Вот, 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 видите? Вот, вот сейчас, блядь, она просто делает свой ебаное комбо, блядь, и вообще посрать на то, что я тут пытаюсь сделать. Вот сейчас. На помощь беги! Давай же! Я бы тоже меня боялся! Да пошла ты в жопу, тварь! А ты быстрый! Выручай, беги! Иди нахуй! Что, блядь? На нее даже, блядь, замедление не сработало! Беги еще раз сюда! Еще с ним. Давай, блядь. Макаронец, блядь. Я уже увернулся. Вот, давай! Где, блядь, у ворот? Для чего он нужен? Что такое, отсюда? Сил не рассчитал? Да вообще, блядь. Это все, что ты можешь? Вот, видите? Попался. Пропался, серьезно, блядь. Если тебя из комбинации не выбить, не работает микростаны от ударов, блядь. Это называется попался, это называется игра говна непродуманного кусок, блядь. Вот что это называется. Типа у меня нет ни одной атаки, чтоб меня из нее не выбивали, чтоб я просто вот так стоял, махал, меня, блядь, никто бы убили бы, как бы урон по мне проходил, но действие не прекращалось. У меня нет такой атаки, блядь. А у нее таких атак, блядь, как... Кот на ёб, блядь. Горю. Получи, блядь. Это была какая атака? Серьезная или несерьезная? Потому что сейчас она, блядь, подсвечена. И я не вижу, блядь, горит она красным или нет, блядь. Вот так вот, да, она делала. Да, джедаи уже не те пошли. Ничего не выйдет. Просто царапина. Да, неплохо. Thank you.
попытаться играть в героя. Не знаю, может ее просто толкнуть, блядь, или что, когда она бежит. Сейчас ее тупо в наглую просто сейчас стоял, убил, блядь, потому что выбора другого нету. Именно так должен, типа, работать джедай. Просто тупо давить ее, блядь. Потому что если начинаю ее давить, она просто давит меня, блин. Последний бой. Веди сюда. Это не поможет. Что, больно? Даже царапины не оставил. Чё бы своим пропеллером замахало? Вторая будет в восторге. О, это жесть, блин. Так-то напряженный был. Мне даже комментировать этого времени нет, потому что я весь напрягся, блин, из-за этой фигни. Даже ладошки начинают потеть, блин. Вот сейчас я заблокировал, и что? Получи пинка. Давай, беги. Что, блядь, такое-то? У нее еще одна атака есть. У нее мало атак, понимаете? Ну вот прям она, блядь, вообще беззащитная, как нельзя, блядь. Мало того, что она толстая, как броненосец, так она у нее еще, блядь, всяких способностей, как не знаю у кого, блин. Победить!
дело пытаться играть в героя. Мало того, что противник больше меня, у него руки длиннее, атаки дальше. Че ему толще, блядь? И сильнее. Как трудно быть хлипким. Почему, блядь, все время фильм джедаи, игры джедаи, блядь, я играю за человека. Пошел нахуй, это, блядь, человеческая структура. Сколько можно-то, блядь? Джедами были, блядь, все, кому не лень. А я играю именно, блядь, за блядского человека. Почему у меня не могло быть... Почему у меня не могло быть 10 рук, блядь, или хотя бы... Хотя бы 4, блядь. Вот как? Как, блядь? То я пешком, она в меня... Обхожу ее. Она в меня попасть не может, блядь. Кто, блядь, попадает прям? Даже царапины не оставил. Может, прекратишь на меня прыгать, блядь, и мужика себе найдешь. Еще с ним. Не достает он, да не атаки дальше, чем атаки у моего, блядь, грёбаного джедая. Да что ж такое делать? Я нанес удар, промазал, она нанесла удар, попала, блядь. Разница там, писечку там маленькую. Маленькую писечку. Да уж, нашел сравнение в маленький... Миллиметр. Пусть будет миллиметр. Миллиметр разницы, блин. Твое очко, блядь, никому не нужно. Вот что? Даже проще, чем я думала. Что? Как это решается? То есть, один раз я не попался под этот удар, увернувшись вправо. Все остальные разы попался. То есть, действие одно и то же. Делаю я те же самые движения, эффект разный. Что, блядь? Извините, что? Я подожду. Подожди, блядь. Выходи сюда, блядь, на центр. И сюда, блядь. Будешь там по краю, блядь. Вот эти края, блядь, уже заколебали. Вот сейчас я увернулся. Почему? Почему я до этого не мог увернуться? Вот сейчас опять увернулся. Почему?
этим пропеллером, блядь, заработало. Ну? Не знаю, блядь, что такое. Почему у ворота перестали работать, блядь? А, вот так это должно сработать, да? Ты еще можешь сдаться. На помощь иди. Все кончено. Став инквизитором, я поняла, что пережить можно все. Для того, кто уже потерял себя, рука — ничто. Ты знаешь, я была джедаем. Будет весело схватить тебя. Ведь ты сломаешься, как и все мы. Ты злишься. Тебя ждет одиночество, пытки, унижение, а твоих друзей... Я не дам их в обиду. Тебе не остановить империю! Я остановлю тебя. Да, мы победили инквизитора. Думали, ты погибла. Рад, что ты жива. Надо возвращаться. Цера и Гриз ждут нас. Фу. Это было, блядь, жестко. Вы не представляете, насколько, блин, у меня все вспотело. Вдохнуть древо навыков. Да, сейчас прокачаю урон от джедайского меча, быть повышенный. Вот, урон святого меча увеличен. Ну что, доберемся до корабля и закончим сегодня на этом. Так, где мы? Где корабль? Хуй пойми, где быть. Куда идти? Зачем идти? Нахрен, ты тупой джедай, ты. Двойной прыжок, блядь, выучил. От стены два раза вверх прыгнуть уже не может быть. Да, все же возродились, блин.
Паук! Которому тоже пофигу на все мои атаки, блядь. Беди, давай стим. Ну и чё ты, блядь? Что, жопы драный паук, ты мне бесишь. Ты это слышал? Ты меня тоже бесишь. Нихрена тебе не нужно, ты мертв. Я лишу тебя жизни, джедай. Слаб. Стим, беди. Резал ему ноги. Тебя не должно здесь быть. Я должно быть вообще в жизни быть. Долбаные клоны. Дай Стим, беди. Мне куда лучше беди. Ага, вот сюда. Так, что там, там? Беди? Угу. Я понял, куда мне. Да, я решил в говне утонуть. Даже не сюда. Ой, еще один. Света шумовая в деле. Он теряет силы. Слежу за целью. Он достал меня. Не медлить, прикончить его. Все. Цель мертва. На контрольный ты... или что, мне обратно сейчас? Нет, все, возродится. Меня не будут возвращать обратно в этот, блядь, саный бойцовский клуб в космосе. Блядь, только я появлюсь. Если ж ты меня, игра, своими сохранениями, хрен пойми, в какой же жопе мира. Вы сейчас понимаете, как я готов послать эту игру в одно место, блядь. Ну давай, кувырк, плыви ты быстрее, блядь.
Так, там паук. Надо быть аккуратнее, не наступать на паутину, иначе опять достанет, блядь, шоу. Жопу, блин. Серьезно, блядь, он... Смотри, не упади. Ты чё, блядь, мазохист? Он бы со мной не справился. У него ботинки доэлектризованные, да, блядь, он... Что, блядь, что это такое? То есть, я его притягиваю, он стреляет заряженным выстрелом, для которого до этого ему нужна была подготовка. Да? То есть... Внезапно он может это сделать, да? А я, блядь, нихуя не могу не отразить в этот момент ничего, блядь. Я сегодня прям от этой девятой сестры мне уже начало гореть, блин, до сих пор угли тлеют на этом. Сейчас вот не загорелось, Икс набросится на него. О, сегодня одни его убили. Приятная мелочь. Ну что ты, блядь, стал, блядь, тупый шаг. Сейчас опять этих двоих там надо убивать. А, ну до них еще дойти надо сперва, конечно. Может, сохраниться где-нибудь поблизости, чтобы мне не бегать по 10 тысяч раз, блядь. Тебя тупо убить. Сейчас ты умрешь, джедай. Ощущение, что он урона начал меньше носить, типа я начал бить быстрее, но урона наносить меньше. Сохранения нигде никакого. Этот Вуки умер от ядовитых паров. Империя отравляет планету. Как мне забраться обратно? Я зацепился. Молодец. Процессор дроида-бойца. Думаешь о том же, о чем и я?
Все хорошо? О! Отлично. Сохраниться! Надо мне сохраниться. Как тут ни хрена. Вдохнуть. Ага, не та кнопка. Назад у меня нету очков способностей. Чего? Я там мог раньше намного начать делать, но... Где они? С локацию сменили. Странные ребята, честное слово. Кстати, я нашел новую раскраску для Богомола. Это нравится. О, мне даже и мне теперь костюм появился. Кончу бы еще снять тогда, чтобы посмотреть, что на мне там. Вот так буду. Отсюда все свалили, остался только наш корабль, блядь, который никто не трогает, ни империя, блядь, ни повстанцы. Кордова считал, что ключ к хранилищу на Датамире. Ты нашел своего Вуки? Ага. Но дела там внизу плохи. Империя повсюду. Инквизиторы? Ну, Трилы. Второй сестры. Пока нет, но она все еще преследует нас. Я победил девятую сестру. Кэл, когда меня схватила Империя, я держалась. Я поклялась себе, что скорее умру, чем заговорю. Но затем эта темная тень пришла. И это было хуже любого кошмара, который я могла представить. Но я еще держалась. Но в конце я все же сломалась. И выдала им Трилу. Да, я знаю, что уже никак не могу исправить это. Но, Кэл, у нас еще есть шанс спасти других, тех, кто в Голокроне. Так, ладно. Девятая сестра говорила о том, что стать инквизитором — это неизбежность. Но ты прошла через то же, что и она, и не присоединилась. Кэл. Все хорошо, Церы. Мы найдем Голокрон Кордовы. Эй! А ну, убери лазер от моей еды! Это щипательное, душещипательное откровение. И мы закончим на сегодня на этом. С вами был Алекс Диагр из Star Wars. Мы убили девятую сестру. Мы могем. Еще и приручили дракона. Если вам понравилось данное видео, не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Ссылочка будет в описании. Желаем всем скорой удачи. Пока-пока.